И последнее. В Караганде выбирают лучшего палуана. Представители городов и районов начали борьбу за право представлять Карагандинскую область на республиканских соревнованиях. Победа на «Казахстан Барсы» является одним из самых высших достижений для любого борца. В областном турнире примут участие более 160 бойцов со всех регионов области, которые также прошли отбор на сельском, районном и городском уровнях. Главная цель конкурса – развитие национального спорта. Сарыаркинская степь богата борцами. Каждый из палуанов сегодня представляет свой район или город. На поединках можно встретить и прошлогодних участников, которые в прошлый раз пришли с лучшей подготовкой. На конкурс допускаются участники свыше 90 килограммов. В первый отборочный день публике продемонстрировали бои борцов среднего и легкого веса. Один из них – карагандинец Марлен Жангабыл. Его весовая категория – 82 килограмма. Встречу закончил чистой победой над своим соперником из Улутауского района. Это моя первая встреча, провел ее чистой победой. Ранее мы с моим сегодняшним соперником встречались, я очень надеюсь, что дойду до конца. Хотя по своей категории я не смогу попасть на сам Казах Барысы. Я гоняюсь за другой целью. Сейчас для